Я родился на Кавказе 20 с лишним лет, и на Тереке оставил 20 детских бед. Это было так давно, дождь стучит в мое окно, жизни нитку длинную вьет веретено. Братья горные вершины, Эльбрус и Казбек, осетины и грузины, армянин и грек. Стены русской крепости да казачий пляс, с храмами и с мечетями град Владикавказ. По проспекту Александра катится трамвай, остановка Интурист, значит вылезай. А мы зайдем в сад-ресторан, выпьем там по 200 грамм, а быть может здесь когда-то Пушкин отдыхал. Как из сада ресторана взять налево курс, там на площади с фонтаном будет храм искусств. В этом старом здании много лет назад был открыт наместником городской театр. А за театром с горочки спустимся туда, где бежит стремительно к Каспию вода. Терек — это не Нева, но в былые времена заполняла улицы гордая река. А на левой стороне высится мечеть, минаретами пытаясь небо подпереть. В той мечети маятник, что Фуко создал, подарил сей памятник городу султан. Вверх по красной горочке катит фаэтон, а на левой стороне местный пантеон. Хитогуров здесь лежит, церковь Божия стоит, у ворот на лавочке старый дед сидит. Он в черкеске и папахе, словно в те года, когда воровал невест.